Спонсор этого выпуска – Гаммазавр. В этом магазине сейчас проходит акция. Скидки на хиты этого года. Battlefield 4, Need for Speed Rivals, FIFA 14 и Sim City. Цены же просто не бывает. Подробности и ссылка на сайт в описании. Негритовская параша. Мы не только что ли на ней играли? Не, мы играли в стрип-клубе, а это Павелло. Ну, я не вижу большой разницы. Чтобы проигрывать. Я буду проигрывать. Да. Ты обещаешь мне. Обещаю. Но я же моносакс. Нет. Твои сиськи мне. Ты чё? Я тебя ранил. Блять. Жалко. Моносакс, ей. Член попал! Я член попал, видишь, это гены моносакс передаются мне через клавиатуру и мышку. Я всасываю их. Я скоро стану феминисткой. Понимаешь, что это значит? Значит, я должен быстро убить тебя и закончить на этом. Все-таки здесь действительно акустический баг, потому что наверняка бы дышание моносакс было бы по-другому и... Да, в общем. Кто ты рядом? Нет, это ты дышишь. Ага, вот. Тебя подсветили, козла. Ну все, иду. Это тебя подсветили, я не знаю. Что ты постоянно делаешь, что это я? Потому что оно не на радаре прям подо мной. Потому что это последнее... Чё мест... здесь такая большая карта из жопы просто? Да, и в этих переулках хер тебя найдешь. Ты со всех сторон можешь выскочить и убить меня. И моя попка получит пулю. Свою попку. Эй. А, вот видишь, тебя палят. Конечно, сейчас-то, блядь. Ну чё это было? Это называется, блядь, penetration бабы. Окей. Не прошел папу, что это. Я так даже... Да, я просто это представил, я так, ну ладно. Тут и на. Немножко пошло, но и нелепо. Да. Да хватит обыскивать баб все-таки, хватит. Че, к своему трубу прибежал, совсем дурак. А куда мне еще бежать? Это последнее, где я тебя видел. Вступление как лоб. Да ну в жопу! Все, это начало твоего конца. Твой конец сейчас закончится, потому что я его отрежу тебе и засуну в твою же жопу. Ублюдок. Как в Пиле, да? Или в какой там фильме, короче, тёлка взяла, отрезала чуваку его достоинство и скормила собаке. А потом там какой-то чувак взял и сказал, Миша, фу, это собаку так звали. И я не смотрю такие ужасные фильмы, если честно. Я не помню, что за фильм, но, блядь, он... Последнее говно, которое я смотрел, было... А, это Silent Hill, по-моему. Хотя не знаю, или бы Пила. Не, всё-таки Silent Hill. Потому что в Пиле там не было таких прям совсем больше членоотрезаний. Ты идешь там на вспышке или нет? Нет, я не слышал, я не видел даже. Я говорил о члене и забылся. О, боже, так хоть постреляет это вот так вот. А, ну я не буду стрелять, я приду к тебе их ниоткуда. Смотри. Блять, почему я перестал стрелять, когда упал? Потому что тебе было сложно. Блин, стрелять и падать, это вот сложно. Ой, тёлочка. Давай постреляем на счёт 3. Да, я сделаю 12. Норм, пока. Окей, ты рядом даже. Дурак совсем! Смотри, как... Видел, как я крутанулся? Нет. Упал. Блин, ты охуел! Мне не было жизни, ты выпрыгнул, как камикадзе. Я же мог тебя уебать, я могу. Совсем дурак. Мне себя не жалко. Это моносакс вообще. Он же даже меня не оббирал. А, ну да, точно, меня же... Я не могу! Ублюдок. Как хорошо, когда у тебя мины в кармане. Ты должен тоже взорваться, это нечестно. Ну вот, я подобрал булеутоляющий слот. Опа. Что? Где ты там? Мне кажется, это пускает салюты, чтобы мы примерно пошли вон туда и нашли друг друга. Да как? Ты че так с бессмертием? Нет. Да? Да? А ты докажи. Ты не умирал. Нет, это недостаточно. Блин, надо было выскакивать. Надо было попрыгивать, блин. Твои женские чары меня больше не околдуют.
обыщу. Они мне помогли достаточно. Как раньше свои трупы обыскивать, да? И трупы врагов еще. Два обезболивающих. Охерел, что ли? Хорошо, что у тебя нету мины в кармане. Я поставлю ведь когда-нибудь потом. А я вообще-то не хочу опускаться до мин в кармане, хотя это не знаю. Ты ведь где-то все еще тут? Да. Охереть вообще, эпик. Патроны. Да блин! Я думал, патроны кончились, а патроны были. Да, почему-то перестаешь стрелять иногда, когда по физике падает. Блять, диглом ходить вообще как странно. Что мощный. Нет, потому что он слишком наоборот. Мало патронов, очень быстро стреляет. Чуть ли не как пистолет-пулемет. Я его куплю потом на 40-м уровне и покажу тебе, где раки зимуют. Две руки возьму, пыщ. Я могу и на своем 20-м побегать с этим диглом. Знаешь почему? Потому что я крутой, а ты лузер. Потому что у тебя просто... Это просто перк у тебя говно, вот что. Не, перк крутой. Я же тебя убиваю с него. Ну а опять 4 у кого? У меня. Я икнул, да. Видишь, тебя показывают твою локацию. Наоборот, тебя покажут. Что за говно? Ты куда прыгнул, дурак, что ли? Ты это видел? Да. Блин, да это чё? Мне солнце мешало, но я все равно тебя застрелил. Я прыгнул как самец. Это был мой обычный прыжок сокола в твоем исполнении, но он был выполнен не до конца, потому что ты приземлился просто на свои опухшие яйца и все, и сдох. Вот. Обыскал себя нормально. Чё? Сам себя обыскал. Да хватит себя обыскивать. Чё у тебя там в жопе, кокаин? Да. Нет, нет. Да, да, да. Чё ты там творишь? Мне твою жопу показали. Когда я падал на тебя. Я так упрыгнул, я крутился как идиот, когда упал. Ну вот я тогда тебя тоже так же 360 сделал и убил тебя после этого. Где ты? Я тоже сделал 360. Ой! Я тебя попал или нет? Ты жив? Да. Нет. Конечно, сдох. Да блин, что такое мне показывают? 360 носков, бич. Мне может, бля. Одно но только, у меня патроны совсем кончились, так что... Ну вот, а ну, обычный труп. Там, кстати, 50 на 50 оказывается. То есть ты либо взорвёшься, либо не взорвёшься. 50 на 50, я всегда взорвусь просто... А, по-моему, если типа там... Ладно, пусть будет 40 на 70. Видишь какая, 110% аж получается. То есть ты можешь... Не взорваться на 70%, понял? А взорваться на 40%. Ну обыщи мой труп. Какая-то херовая статистика. Ну пожалуйста, я хочу ачивмент. Ты все равно выиграешь, полторы минуты осталось. Ну и еще что, 5 раз что ли ты меня не убьешь? Захочешь и убьешь. Где ты? Я тут. Я пострелял. Постреляй еще. Я взял с тебя просто УЗИ. Обыщи мой труп, пожалуйста, мне ачивмент надо. Никто мой труп не обыщил. Чуть не сдох. А чё ачивмент? Никто не обыскивает твои трупы. Ты сдох! Убийство. Окей, ты меня уговорил. The message has been delivered loud and clear. Винди так точно. Ты мне Виндета что ли устраивал? Шапет. Ты закончил Виндету этим, как у обыскивания. It was clear who had the staying power.
Чё ты там застрял в проводах, что ли? Да почему я тебе даже никакой урон не могу нанести? Жаль, я не могу перекатиться. Я слышу, ты где там говорил. Я перекатываюсь, просто беру оружие разное. Ебаная, держи. Я взорваться хотел и не успел. Я уже тебя выстрелил. Надо настроить класс. Смотри, у меня... Узихой со своим пистолетом. Да. Уза немытая. В игре, кстати, она ходила с двумя узишками. Я знаю. Да, вот. Ты, кстати, опять что-то один раз умер сам по себе. Самоубийца. Так, сейчас, арсенал. Мои выстрелы... А, ваша смерть. Да ты мне больше в пенис стрелял, чем я тебе в пенис. Так, ну для начала сменить. Я плохо играю за этого Винсента. Мы оба друг другу пенисы отстреливаем. Сейчас будет решительная Мона, которая будет новую тактику пробовать. Надеюсь, она тебе понравится. Ты оценишь. О, это самая крутая карта вообще же. Ты посмотри эти... Ой, мы с ума сойдем нахуй. Боже мой, эти эффекты, спецэффекты. У меня уже, блин, плохо мне немножко. Но зато какая карта? Лучшая карта в игре. Машинка игра. Я тебя видел, как... кстати. Там меня... даже в том туалете, помнишь, где катсцена тоже зеленая, прикинь? Ну там, где туалет? Ой, все просто пиздец. А интересно, там есть на комнатах? Это что такое? Спас 12? Да. Читара. А у тебя есть это мины? Есть. Да что я немного не повзял, я не знаю тебе. Не, я поменял кнопку. Ты с ногой пытался. То есть я могу тебя обыскать? Ну, попробуй. Раз, спасибо. То есть ты обыскал? Да. Ты охуел? Да, и это то, что я получил с твоего трупа. Мне нравится тут музяка еще. А чё ты меня раньше не мог обыскивать? Я раньше с тобой тоже бегал, и ты меня не обыскивал. Уверен? А, вот, я помню, ты играл. Ёпта, ты меня два раза сразу... Меня предупредили, ага, спасибо. Пули в лоб меня предупредили. Пойдем диджеиться. Окей. Я бегу на диджейскую площадку. Да ёпта, но это дробовик, он как бы явно не для таких столкновений. Я просто хотел новую тактику, но походу придется вернуться к истокам. Блин, я запутался в этих цветах. Ну хотя бы тут можно как бы ориентироваться. Вот эта комната вообще эпилепсия, а это нет. Значит, ты примерно... Ты закричала, как ёлка. Это ты зря. Это ты зря меня стал расстраивать. Ты меня так сказал, как крестный отец был там. Не знаю, я иду за твоей жопой. Я убью тебя там, типа, ты будешь не в семье. Важная пицца, чё? Чё, как это? Что дает важная птица? Вот ты догадайся. Она видит сквозь стены? Нет. Что? Как ты... Ну ты, главное, я так быстро, видимо, бежал в этот раз, что ты даже меня не заметил за этими эффектами. Одно но только, я тебя тоже ни хера в этих эффектах не вижу. Теперь. Боже мой. Коридор эпилепсии. Твою мать. Как гопник. А ты мел. Да с такой жопой я бы сам себя поимел. Но, конечно. Где ты сейчас опять? В эпилепсии. What the fuck? Я просто расстреливаю такой дикую. Но! Ты испугался, я тоже начал туда стрелять по приколу, прикинь. Да, я просто смотрю столько стекол, я хочу по ним пострелять такой. Я тебя ранил, ты крикнул.
Да как? Тварь, ты что ты стал меня выигрывать совершенно в наглую? Ты херел гранатами сейчас. Да блин, патроны! Ты вообще лежал, я вообще не понял, как ты думал, что ты выживешь уже такое. Ты не мог выйти живым из этой ситуации. Я диджей. Ты. Ох ты ж. Ох ты ж. Ох ты ж. Мне не нравится это положение вещей. Блинский, блин, она не допрыгала. Да как так? Умри там, не? Нет. Какого хуя, нечестно? На тебе там, блядь. Тварь. Я такой вижу. Я заебали эти обезболивающие, ёбаный в рот просто. Ты меня постоянно с ними убиваешь, ёб твою! Хули ты как Слендер опять? Я испугался сам поэтому. Like блин, этот коридор, это вообще эпик. They weren't well liked. Будет только между нами, ты понял? Нет, это выйдет, это будет очень крупным делом. Дело всей моей жизни там. Блин, стекло эти нельзя снести, всё. Это я видел, да? I'm going to enjoy watching you bleed out, mister. Am I here to kill you or you me? Что там орёшь-то, блядь? Я слышу, ты там своим спальником. You think I'm a damsel in distress? Как? Am I getting under your skin? You're making me laugh here. Do you have any idea who you're messing with? You make all the girls laugh with that little thing? Мне понравилась фраза такая. Ты че этой маленькой штучкой детей смешишь? А, девушек смешишь? Ты этой маленькой штучкой девушек смешишь? Мне понравилась эта фраза. Да, она. Наркоманка. Че ты пиздишь? Неожиданный поворот. Ох ты ж. Ладно, наверное, нормально, что я сейчас умер. You gonna be что? Я сам не понял. We've gotta stop meeting like this. It was clear. Нам нужно перестать так встречаться. Хрен тебе, а не ближний бой, ублюдок. Крутая. Опасный коридор вообще, этот супер опасный коридор. Всем хочется туда идти, смотреть на стекло. Блять, я смотрел на стеклышки и думал, стрелять и не стрелять мне. Да, стеклышки самые опасные. Это даже то стекло, откуда Макс Пейн в самом начале выпрыгивает. Чё ты орёшь там, блин? Она говорит, что тебе нужно получше стрелять, ваш отец. Или что-то типа того. Да ты, блин! Охуел! Где ты? Важная птица, уровень 2 у меня. Да ты охренел! Я за тобой следил, думал, бля, ты, наверное, сейчас по-любому этот угол обойдешь, наверное, видел мою винтовку, не? Не-не, я не видел ничего. Там винтовка торчит. Я просто потом почувствовал, что что-то давно я тебя не видел, и жопой почувствовал, что ты где-то тут, и наготовил свои дулы. Я думал, блядь, встать или пойти прям в наглую, бежать и ударить тебя. Потому что я так понял, тебя можно сейчас только убить этой хуйкой. Ну и дурак. Вау, ты мэс. Feathers were ruffled. Пиздец. Ты охуел. Чё раз на этой карте сыграем?
Хорошая карта, вообще эпик. Самая лучшая карта. Давайте всегда на ней играть. Давай. Потому что это самый эпик вообще. Мало того, да, правда, наверное, когда люди... Если люди будут смотреть на ютубе, у них, наверное, глаза вытекут просто. Там разрешение похерится и вообще. Ничего не понятно будет. Бум-бур-бум-бум-бум-бум-бум. А чё это салют неправильно показывает? Тебя он показывает. Нет, в том-то и дело, что он не меня показывал. Да блин, объебальник тебе! Ах да, точно, у тебя же важная хуета. Не, я... Ты не понимаешь, ее нужно использовать. Если ты ее не используешь, то... А, то есть она время дает? Она дает бронежилет, если... А так она... Да. То есть она в основном просто дает легкий бронежилет тебе и все. У меня такая наркоманская рожа пьяная в этом Монако. Excellent. Еще раз, блин. Надо мне убрать хром с моих пистолетов.